Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Для того, чтобы ягодные кусты, такие как смородина разных сортов, жимолость и крыжовник, давали богатый урожай из года в год, не обязательно применять минеральные удобрения. Достаточно подкармливать их натуральными подкормками. Причем речь пойдет о бесплатных удобрениях, которые мы выкидываем в мусор, а именно о картофельных, луковых и чесночных очистках. Их можно и нужно использовать как удобрение. А еще они помогают в борьбе с насекомыми-вредителями. Также можно использовать очистки от яблок, всех цитрусовых, киви и так далее. Польза для растений просто колоссальная. В очистках концентрация питательных веществ в разы больше, чем в самих корнеплодах. Поэтому смело накапливайте всю зиму их и подсушивайте на батарее. Для этого лучше всего использовать металлические контейнеры. Они хорошо прогреваются на батарее и очистки быстрее сохнут. После этого их можно складывать в дышащие тканевые мешочки. Не переживайте о том, что на очистках могут содержаться грибки и болезни, ведь перед применением весной нужно будет прокипятить их пару минут, и таким образом мы избавимся от любых возбудителей болезней, а сами очистки после этого легко переработаются почвенными бактериями и червями. Такая подкормка способствует повышению плодородия почвы и получению хорошего урожая. В результате мы быстро получим ценный перегной под нашими кустами, который будет насыщен гумусом, фосфором, калием, азотом и целым списком макроэлементов. Кстати, вареные очистки можно подкладывать не только весной под кусты. Их хорошо класть в лунки при высадке рассады томатов, перца и даже картофеля. При разложении питательные вещества проникают и пропитывают почву. Они впитываются корнями огородных культур. От этого растения получаются крепкими с хорошим иммунитетом. Поэтому ни в коем случае не выкидываем очистки. Будем использовать с умом их весной. Тогда смородина и другие овощи вырастут такими, что все соседи будут в ауте. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!